И еще несколько слов по теме поддержки и развития российской экономики. В режиме санкционного давления с трудностями столкнулись практически все сферы бизнеса. И большого, и среднего, и малого. В том числе и те, кто работает на территории Твери. Депутаты Тверской городской думы совместно с городской администрацией со своей стороны предложили дополнительные меры поддержки для городских предпринимателей. В Тверской городской думе прошло очередное заседание. В повестку дня был включен ряд важных вопросов. Во главе повестки стоял вопрос поддержки предпринимателей, пользующихся муниципальным имуществом, в частности, помещениями. Народные избранники предложили отсрочить платежи за аренду муниципального имущества предпринимателям, осуществляющим свою деятельность в сфере строительства жилых и нежилых домов. Срок 6 месяцев – с 1 апреля по 1 октября. Общая сумма платежей, предполагаемых к отсрочке, составляет порядка 15 миллионов рублей. Таких предпринимателей около 20, которые располагаются на муниципальных землях и пользуются муниципальным имуществом. Поэтому им всем будет это предложено. И еще, конечно, это затрагивает те предприятия, которые заняты в IT-сферах. В связи с тем, чтобы их задержать у нас на рынке. Их планируется освободить от уплаты арендных платежей за муниципальное имущество с 1 апреля по 31 декабря текущего года. Эта мера поддержки позволит оборотные деньги, затраченные на оплату помещений, направить на развитие деятельности. Кроме поддержки городского бизнеса, в повестке стоял вопрос о том, чтобы добавить на карту Твери еще одно название – проезд Антонина Серединой. Речь идет о дороге, которая соединяет Краснофлотскую набережную и Грибную базу. А имя выбрано не случайно. Антонина Середина – уроженка Тверской области, советская олимпийская чемпионка по гребле на байдарках, заслуженный тренер СССР. Когда мы говорим о присвоении какого-то названия, чтобы это решалось коллегиально, чтобы это поддерживали и жители нашего города, то тут, по-моему, нет никаких разногласий. По-моему, все что-то поддерживают, чтобы эти улицы получили имена наших прославленных, знаменитых тверичей-земляков. Еще один вопрос, посвященный выдающимся землякам, окончательное решение о представлении кандидатов к званию почетный гражданин Твери. Среди них наша современница, олимпийская чемпионка, лыжница Наталья Непряева.